Привет, я сейчас иду из офиса Faberlic, получила новинки разные, там посуду разная. Там много всего нового было Faberlic к дню всех влюбленных, поэтому там много всего заказала. Вам все покажу, такое все миленькое, розовое, красивое, все. У нас, кстати, сегодня хорошая погода, очень такая теплая, тепло, мне в пуховике даже жарко. Вообще классная погода. Сейчас по дороге еще зашли в магазин. Такие вот витаминки купила. В общем, смесь фруктово-ореховая. Здесь коктейль энергетический. А здесь просто орешки одни кешью. Но сейчас вот увидела, что он жареный. Я так не хотела жареный покупать. Не знаю, что-то не увидела там в магазине. Не прочитала. Ну ладно, все равно съедим. Вот такая вот смесь. Ореховая роща. Мы как-то тоже брали этой фирмы. Нормальная. Там орешки и фрукты сушеные. Все будем кушать. А здесь еще печень я покупала. Сейчас будем готовить. Хочу показать вам свой заказик. Здесь практически одни новинки. Очень такое все интересное, красивое. Скоро день влюбленных будет. Так, смотрите, самое главное, что я очень сильно хотела. Это книга «Гид по стилю» Александр Рогов. Ее не было очень долгое время в наличии. Сейчас вот она появилась, и я так рада, что ее заказала. Здесь много разных советов, не только вот их одежду, как там правильно сочетать, но много всего. Я когда зашла на сайт Faberlic, прочитала отзывы, и там много всего хорошего было написано. Я, конечно же, заказала эту книгу. Так, здесь я сейчас, в общем, все это достану, вытащу вам, поближе покажу, что это вот все новиночки. Ну, мыло вот заказала, у нас заканчивается жидкое мыло. И вот это тоже новое мыло, это в форме сердечка. Я открывать не буду, но на сайте там можете увидеть, вот там в форме сердечка такое красивое мыло. Это на подарок. Сейчас вот это все достану, покажу вам и расскажу, что это. Так. Первое здесь у нас это сервировочная тарелка сердце, а материал керамика. Такая вот прелесть. Что-нибудь сюда поставить. Закуску какую-нибудь или какие-нибудь печеньки расставить. Кстати, вот форма для печенья. Да, это форма для изготовления печенья сердца. Набор из 5 штук. Смотрите, как оно все упаковано. Вот в такой вот баночке пластиковой. И вот сами формочки, смотрите, их сколько много. Можно так вот сделать и тут расставить печеньки. Надо будет обязательно какое-нибудь печенье сделать в этот раз. Так, смотрите, здесь что? Здесь горшочек для запекания сердца. Материал керамика. Смотрите, какая прелесть. Можно не только для запекания, но что-нибудь вообще сюда положить. Все пришло в целости и сохранности. Вот это все было и крышечка упаковочки, там еще картон был. И вот это вот очень твердый картон. Все, в общем, пришло в целости и сохранности. Так, что-то еще. А, вот еще я забыла показать вам. Это трафареты для кофе, набор из 3 штук. Мы иногда покупаем капучино, и там как раз есть шоколад. И вот можно посыпать шоколад сверху на капучино. И очень классно. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, тут смайлик такой смешной. Вот, тоже это пригодится обязательно. И еще новиночка одна. Это у нас силиконовая губка для мытья посуды, фруктов и овощей. Тоже новинка. Вот. Так, сейчас открою, достану. Ой, она такая интересная, мягкая вот с этой стороны. А с этой стороны она как погрубее. Вы смотрите, так интересно. Обязательно будем пользоваться. И потом в следующем влоге расскажу вам, как она хорошо. Ну вот я взяла больше, конечно, вот фрукты мыть. Покупаем фрукты, каждый день кушаем их. И каждый день нужно мыть. И вот это вот как раз самое, что у нас вот в этом месте такая приятная и нежная. Как раз для фруктов подойдет. Новый каталог, он двухсторонний. Супер цены. Беру все. От 29 рублей будет в следующем каталоге. Так, ну давайте я немножко хоть полистаю. Даже для женщин разные там прически. Тут много разных. Вот видите, шоу. Ой. Тут много всего. Парка. Тут для разных возрастов, мне кажется, тут все расписано.
и для взрослых женщин, и для молодежи. В общем, классная книга, нужна и всем подойдет. Это как сочетать одежду правильно. Много всего его тут вот. Установите себе на смартфон приложение Faberlic 3D гид по стилю и наслаждайтесь еще большим выбором модных образов от Александра Рогова. Печень мы уже приготовили. Сегодня еще делали пюре. Я еще покупала молоко. И вот мы сделали пюре. Так что всем приятного аппетита. Сегодня мы кушаем печень с пюре картофельным. Тут еще у нас кефирчик. Да я его пью. Ну, иногда молочко, иногда кефир. Всем приятного аппетита. Мои уже поели и сказали, очень-очень вкусно получилось. Печень нежная. В мультиварке делала. На режиме выпечка делала. Добавляла водичку туда вместе со сметанкой смешивала и тушила, получается. Я вчера, кстати, ходила в парикмахерскую, подстригла челку. Не знаю, ровно, неровно подстригли, это мне все время пишут, Лена, неровно челка. Ну, я хожу в парикмахерскую, там подстригают так. Вот, просто челочку подстригла немножко. Мне потому что там в тот раз подстригли, мне кажется, неправильно волосы вытащили. Не там, где надо вытащили. Мы сейчас с Дикси сидим. Да, Дикси сидим. Вот потом поцелуемся. Ну, вот так вот. Она все спит, в общем. Я сейчас сходила, купила себе серьги серебряные. Вот такие вот кольца. У меня есть большие кольца, тоже серебряные. Я их сейчас не стала носить, потому что у меня у пальто... Пальто вот с длинным воротом, получается, вот до сюда здесь мех такой. И они так вот торчат во все стороны. А эти поменьше взяла, так аккуратненько. Ча-ча-ча, ты говоришь, да? Ча-ча-ча. У вас песенки такие поете? Мы из садика выходим. Поехали. Папа нас ждет на машине. Ча-ча-ча. Только машинку покажи свою. Какая у тебя машинка? Ой. Все время с собой что-нибудь берем. Поехали домой. Мы сегодня с Юрой стряпаем шанги. У нас там еще стоит в духовке несколько штучек. Пекется вот две с творогом. Творог оставался. Я вот сделала две штучки детям. В общем, это с картошкой, это с творогом. Такая вот вкуснятина получилась. Всем приятного аппетита. А здесь у меня еще была смесь. Смесь для иммунитета. Вот ее сколько немножко осталось. Сделала баночку. Я как-то показывала на своем канале видео и рецепт во влоге рассказывала, как делается. В общем, иногда делаем очень вкусно и полезно. Мы сейчас приехали в Фикс Прайс, центральный, который в центре города у нас находится. У нас их два, если что, так напомню. Посмотрим, что вдруг новенькое что-нибудь. У нас февраль начался, должны привезти что-нибудь. Ой, танк. Новый танк. Да, новый танк синий появился. И зеленый вон есть. Вот этот зеленый. Да. Угу, красивый. Пойдем дальше. Сейчас покажем что-нибудь новое, если вдруг найдем. Мы, как всегда, сначала с игрушек. Слепи своего неповторимого снеговика и украсила, да? Угу, игрушка-робот. Клюшка, смотрите, клюшка. С шайбой набор. Здорово. Так. Канцелярия. Ой, дневнички, смотрите, какие красивые. Здорово. Объемная картина из пластилина. Сейчас мы все посмотрим, потом что-нибудь купим. Так, что интересного? Ножницы двойные. Сколько здесь? Сколько стоит? 55 рублей. Ополаскиватель для рта, смотри, 6 в одну. У нас закончился. Фаберлик закончился, надо взять. Так, книжки надо еще посмотреть. Что-нибудь может интересное почитать. Я уже Рогова дочитываю, так что надо что-то новое еще найти. Сумочки новые. Так, здесь вот давайте посмотрим. Маска-бальзам. Скраб для тела. Кстати, вот тоже хорошие. Краска для волос. 55 рублей.
знаете, его стоит лак для волос. Так, вот лак для волос у меня тоже заканчивается. Девочки, тоже напишите, кто брал. Хороший, нет, вот этот вот лак именно. Гель для душа. Смотрите, какая красота. Тоже в этих бутылочках очень нравится. А вам напишите, ребята, нравится в бутылочках? Вот в этих, как шампанское. Гель для душа. Так, здесь посмотрим, что есть. Ну, здесь вроде все так же, все это же. Корзинки, вроде бы эти же все. Там еще одежды много. У нас этот фикс прайс очень большой. Так, тряпка. Тряпка для швабр где-то должна быть. Так, здесь посмотрим. Здесь что-нибудь есть, Юра, новенького? Мы в фикс прайсе брали тогда или нет? Наборчик тоже какой-то тоже у нас хороший есть. Ух ты, это что такое? Типа светильник? Звездное небо, но... А, звездное это небо. На батарейках он или? Они разные, да, можно сделать? Или... Сердечками. Нам надо звездочками. Там что есть? Ой, это что-то такое красивое. Плед. Плед флисовый. Красивый. Мы тряпку искали для пола, так и не нашли. Это что у нас? Набор гелевых ручек нашел, да? Хочу показать вам небольшие покупки из фикс прайса. У меня память закончилась на телефоне, поэтому я там больше ничего не снимала. Это вот Юра взял отбеливающий ополаскиватель для полости рта. 6 в одном. Мы все время, я все время заказываю это Faberlic, но вот закончился, решили этот взять. Потом Чокопай шоколадный. Так, еще вот такую вот ручку. Это с одной стороны пишет, с другой стороны стирает. Вот с этой стороны писать, с этой стороны стирает. Нормально, все хорошо работает. Ну, чернила черные. Кирюшка брал, не посмотрели. Что чернила черные, ну ничего, дома тоже надо писать. И еще они взяли конструктор, они сейчас его собирают, поэтому мне вам его не показать. Если что, так в следующем покажу. А больше ничего не брали. В принципе, так зашли, посмотрели. Я хотела новинки что-нибудь посмотреть для себя. Для съемки видео, там что-нибудь посмотреть, ничего не было. Так, а это мы заехали в Метрополис. В Метрополисе взяла бальзам для объема волос Сьюз. У меня тоже мой закончился от Faberlic. И еще мы взяли станок для бритья. Станок, и здесь лезвие сразу. Два лезвия, и там пять полосок, пять лезвий. Для меня это самый лучший станок. Лезвие самое лучшее, в общем, Джилет Венус. Когда есть возможность, тоже беру. Вот такие вот у нас небольшие на сегодня покупки. На сегодня буду заканчивать влог. Всем пока-пока, скоро увидимся.